раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь, и... Панк-панк-панк-панк-панк-панк-панк-панк-панк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Во, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче. Итак, всем снова здрасте, с вами Олег Аникеев, и сегодня мы будем снимать новую обучалку по хайповому движению, которая называется The Floss. Также его называют Backpack Kid Dance, Swish Swish Dance и тому подобное. Приглашаю подписываться на свой канал, не забываем ставить колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выходят новые видео. Подписывайтесь на все социальные сети, Instagram, Facebook, Контакт, Лайк, ТикТок. Все ссылки будут в описании. И поехали! Флосс и свиш-свиш-дэнс – это все одно и то же движение. Сейчас мы его будем учить. Делается следующим образом. Наши ручки ровные, делают вот так почти все время. За исключением того, что они иногда заходят одна назад, а одна вперед. Меняем и назад вперед. И меняем назад вперед. Меняем назад вперед. Меняем назад вперед. В данном случае вот они, опять же, повторяют вот такое движение. Ручки параллельны друг другу. То есть они не вот так как-то, а они вот параллельны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь делаем следующее. Правая ручка заходит назад, за спину, а левая вот сюда. И выводим правую. Теперь делаем то же самое. Левая назад, правая в сторону. Выводим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При этом двигается таз. Таз делает вот такое движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Просто в левое бедро, правое, в левое, правое. С ручками это делается следующим образом. Руки делают у нас движение в левую сторону, а таз вправо. И наоборот. То есть раз, и два, и три, и четыре, и... Еще разочек. 7, 8. Делаем медленно. Раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Сбоку это выглядит следующим образом. Вот ручки. Вот они. Раз, назад ушло, та впереди. Хоп, назад, впереди. То же самое с этой стороны. Раз, и два, вот сзади, а вот спереди. И три, и четыре. Вот они. Пум, 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 пум. И еще разочек. 7, 8. Делаем медленно, потом быстрее. Вот ручки, они делают параллельные движения, вот такие вот. Одна заходит назад, а вторая впереди. И то же самое повторяется влево и вправо. Тазик делает вот это. Переминаемся, грубо говоря, с ножки в ножку. И опять же. Правое бедро, влево, вправо, влево. Поехали. И делаем. Раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и еще раз быстро, медленно и быстро. И вот делаем раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, и семь, и пол, и раз, и два, и три, и четыре, и то же самое в другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, во, раз, два, четыре, пять, шесть, семь, во. Последний раз прямо. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Во, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, я надеюсь, что у вас, как всегда, все получилось. Если возникают вопросы, предложения, пожелания, все, как всегда, пишите в комментарии под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи на новых обучалках и не только. Пока!